Здравствуйте. Здравствуйте. Теплая погода в этот день была очень кстати. Рабочая комиссия вместе с активистами прошла по ежедневному маршруту большинства жителей 30-го микрорайона. Сначала направились в сторону железнодорожной станции «Строитель». Широкий тротуар заканчивается вместе с забором лицея номер 15. А дальше пешеходы и автомобилисты остаются на одной дороге. Здесь же расположена и условная автобусная остановка. Из-за ремонта железнодорожных путей картина крайне неприглядная. Все в грязи и мусоре. Требует ремонта и единственный подземный переход, соединяющий микрорайон с основной частью города. Это морально устарело, да. Это еще и для здоровья опасно. Не просто приходится и автомобилистам. Припарковать машину рядом со станцией пока невозможно. Мы посмотрели, что сейчас идет, какая стройка идет на платформе. В 2018 году, когда она закончится, будет рассмотрен вопрос организации парковочных мест для машин, чтобы можно было приехать на платформу, кого-то подвезти, высадить и встретить, соответственно. Так как там сейчас очень мусорно и есть ларьки, в законности постановки которых мы сомневаемся, да, мы попросили заодно проверить этот момент, пользуясь ресурсами администрации. Затем мы поговорили о том, что сейчас улица 2 Институтская, на которой припаркована машина, которая очень узкая, не установлены ни знаки, что парковка запрещена, нет пешеходных оборудованных переходов с соответствующими знаками. Очень тоже крайне опасно переходить дорогу, особенно детям. А вот еще одна больная тема для всех, кто проживает в этих местах – дорога в Леонидовку. Она сейчас востребована как никогда. Настоящая дорога жизни – в детский сад, школу и поликлинику. Но ее сложный рельеф вполне можно считать небезопасным. Вместо того, чтобы смотреть по сторонам, пешеходы вынуждены внимательно смотреть под ноги, лишь бы не упасть. Таких переходов здесь два, а между ними неосвещенный участок леса, который облюбовали маргинальные личности. Убедились, что это очень опасно, неудобно для колясок. Это и то, у меня вариант, когда только коляска и один взрослый, а бывает один взрослый, в руке ребенок, в другой коляска, да, это вообще невозможно проходить. Случаются ситуации, когда сбивают человека насмерть, к сожалению. Здесь тоже будут смотреть, что можно будет сделать. Зона ответственности, конечно, больше РЖД, но так как уже не первый раз и Леонидовка вызывает, да, пишет об этих проблемах, и по ту сторону микрорайона жители тоже волнуются, я надеюсь, что наконец-то уже ускорится рассмотрение этой проблемы, что-то наладится и будет все хорошо в итоге. По словам руководителя рабочей комиссии Александра Бирюкова, подобные встречи будут проходить регулярно. Кроме того, активисты микрорайона ведут активную переписку с сотрудниками администрации. Большое, конечно, спасибо администрации, что нашли возможность позвать жителей на эту комиссию. Почаще бы нас спрашивали наше мнение и вызывали на такие встречи, потому что очень многое, то, что приезжают чиновники, они этого не видят, потому что здесь не живут. Проблем немало, но главное, что на сегодня обозначен план работы, некоторые пункты которого уже выполнены. Будем разрабатывать проект по продлению тротуара до станции «Строитель». По благоустройству будем общаться с застройщиком по озеленению дополнительному данному микрорайону. С РЖД будем переписываться для того, чтобы они эксплуатировали, содержали переходы, которые на сегодняшний момент у нас со стороны 36-го микрорайона и 30-й микрорайон. Есть проблемы, и они обоснованные, жители обращаются. Вот. А с управляющей компанией мы вопросы все решили по содержанию придомовой территории. Но все остальные вопросы в рабочем порядке, я думаю, что в течение месяца закроем и с жителями согласуем. Анна Раченкова, Денис Петров. Информационная программа «День».